В одном только ЖК «Фристайл», который планировалось построить на Ореде, 9 многоквартирных 18-этажных домов признано обманутыми 185 человек на сумму больше 500 миллионов рублей. Строительство прекратилось после того, как были очерчены контуры первого здания. В течение 11 лет инвесторы отказывались достраивать эти здания, люди не могли получить заветные квадратные метры. Сейчас же группа компаний «Альпика» готова взять на себя эту ответственность. Инвестор достроит ЖК «Фристайл», и чтобы достроить два других непривлекательных с финансовой точки зрения объекта, было предложено увеличить площадь этого комплекса. Вместо 18 этажей сделать 20. Вопрос был вынесен на общественные слушания. Большинство присутствовавших проголосовало за увеличение площади объекта. Жители понимают, что таким образом будут решены многолетние проблемы обманутых дольщиков.